Волонтеры и участники проекта по социокультурной реабилитации создали картину площадью 42 квадратных метра. Сначала участники мероприятия сделали наброски на бумаге, затем десятки красочных работ легли в основу эскиза будущего арт-объекта. Художник Артем Долгих помог объединить детали рисунков в единую композицию и вместе с авторами и волонтерами перенес изображение на стену в холле центра. На воплощение идеи ушло 3 литра краски. Мы очень рады, когда к нам поступают такие предложения. И самое главное, что рады наши посетители. После таких мероприятий они формируются в группы по интересам и дальше продолжают общаться как на базе нашего центра, так и на базе других учреждений.